Медовик, постный хворост и торт Наполеон. В каждом десерте, представленном в детском центре Маугли, обязательная приправа – добро в неограниченном количестве. Брянские мамочки и папочки, клуб активных и неравнодушных родителей провели благотворительный фестиваль. А сейчас я вам расскажу, зачем мы здесь собрались, потом объясню, каким образом у нас все здесь сегодня будет проходить. Елена Грачева уже не помнит, какой это фестиваль по счету. Больше 4 лет клуб «Брянские мамочки и папочки» организует не просто сбор средств на помощь болеющим деткам, а настоящий праздник единения семей. Радует, что каждый раз приходят новые люди. Конечно, есть свои активисты, которые из года в год принимают участие, которые как бы ждут уже, когда вывесят вот это вот объявление. А так, конечно, радует, что появляются новые, которые нас совершенно не знают, узнают у нас информацию в сети. А сегодня даже вот утром буквально я прочитала, что одна представительница из Дядькова с удовольствием бы приехала, но, к сожалению, увидела только сегодня и ждала нашего ответа до 8 утра. А вот никто не ответил, потому что мы не могли ответить. Ну, мы сказали, что это ж не последний фестиваль. Задача для участников – сделать что-то своими руками, что можно продать. Вырученные деньги пойдут в фонд помощи Ангелины Мартишиной, девочке, которой нужна операция в Китае. Впервые на фестиваль пришла Лилия Николаевна. Ей уже за 90 лет. Фирменное блюдо – сладкие лилии. Да надо же детям помогать. Это ж девочки какой-то будет, Маша мне рассказала. Мы с ней еще на той неделе договорились. Субботу печь, а в воскресенье пойдем. Птички-сороки от 5-летней Даши Сениной и торт-медовик от папы Сергея Косенкова. Имбирные пряники Натальи Бочаровой и слоеная радость от Виты Новиковой. В ассортименте больше 20 десертов. Это как фирменное наше. Мы как... Нам уже рецепт? Это семейная тайна. На все праздники он старается как бы испечь медовик. Там на водяной бане заморочек много, у меня терпения не хватает, а у него... Все, кухня в муке. Это здорово вообще, помогает детям. Почему бы нет? Если можно сделать своими руками, получить за это деньги, отдать это на благотворительность, а ну не себе, это вполне хорошо. Не только сладости, но и хендмейд, вязание, украшения из подручных средств, модные букеты из игрушек и конфет. А еще благотворительный аукцион, в котором лоты, билеты в кинотеатры, боулинг, соляные пещеры и фотосессии. В это же время аниматоры занимаются с малышами, рисуют, танцуют, поют. Оказалось, что пекари и рукодельницы в этот раз больше, чем самих покупателей. Переживают. Надо выходить на другой уровень. Я считаю, что вообще, в принципе, такого вопроса реально помочь нереально не должно стоять. Поэтому бывают чудеса, бывает все что угодно. Поэтому помогать нужно всем. Я с удовольствием купила продукцию, которая изготовлена собственными руками мамочек и папочек. И посмотрела еще раз на этих молодых родителей, для которых семейная ценность, дети – главное в жизни. Я думаю, что если таких людей будет больше – вырастут настоящие патриоты своей страны. Итог акции – 40 тысяч рублей передан Людмиле Мартишиной. От нее большое спасибо всем участникам фестиваля, тем, кто не поддался соблазну в прохладный мартовский день остаться дома. Мария Сергеенко, Игорь Винничук, телеканал РЕН-ТВ Брянск.